Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про проблеми, з якими стикаються ветерани та учасники бойових дій. В нашій студії учасник бойових дій Максим Сіденко. Максим Сіденко – учасник бойових дій, людина з інвалідністю. У 2014 році пішов добровольцем у батальйон «Донбас». Під час штурму міста Попасне отримав тяжке поранення руки. У 2016-му вступив до служби у Збройні сили України – батальйон «Айдар». У 2019-му у селі Південне під Горлівкою отримав друге поранення – обох ніг. Нині не працює, проходить реабілітацію. Нагороджений медаллю за військову службу Україні та волонтерські медалі за військову службу в АТО і доброволець АТО. Улюблена страва – олів'є, жульєн та лазанья. Хобі – все, що пов'язане з війною, фільми, історичні події. Максиме, вітаю вас в нашій студії. Добро. Тож ви ще у 2014-му, мабуть, один з перших пішли добровольцем в батальйон «Донбас». Як це відбувалось? Які почуття, можливо, тоді були? Що вами керувало? Та мені тоді скільки було? 19 років. Тобто я хотів піти ще в Азов, пам'ятаю себе, це виходить ще в конце мая мы хотели пойти в батальон до Азов, но нас так не взяли, потому что так как мне было всего лишь 19 лет, сказали, куда ты лезешь. И получается, нас с другом швырнули оттуда. И мы, получается, потом пошли на следующие, через два дня мы с Киева приехали в Днепропетровск, до родной хаты, так сказать, и пошли в военкомат свой. Ну, на меня тоже посмотрели, как сказали, куда ты лезешь. И тут уже ж как бы время идет, а по новостям мы все время смотрим и смотрим, а фронт увеличивается и все сильнее и сильнее. Ну и то есть и тут получается, как я попал в батальон «Донбас», на просторах интернета, Фейсбука нашел заклик, от Семена Семенченко, еще тогда у нас был командир. И то есть я позвонил напрямую в Киев, они тогда были в Новых Петровцах, и они мне сказали: да, ты можешь приехать, но так как тебе еще 19 лет, ну, мы не знаем, что с тобой делать. Так как, получается, я еще не служивший и не знаю ничего в армейском службе. Ну, то есть, получается, я все равно приехал, собрал вещи и приехал. И, получается, у нас уже было где-то в Новых Петровцах человек так 400. Нет, где-то человек 300, а каждый день приходило все больше и больше. И сначала всех, я помню, отбирали, кто служил, кто воевал. То есть этих людей в первую очередь отбирали и выстраивали в специальные роты. А такие, как, допустим, я и никто не служивший, думали, куда нас определять. Ну, потом, когда создавались уже специальные отряды, там штурмовые роты, гранатометчики, танкисты. И я все-таки, короче, все-таки умудрился попасть в штурмовую роту. То есть я, короче, там выкрикивался, выбегивался, то есть сдала нормативы специальные, ну, то есть меня взяли. То есть даже тренировалась, чтобы потрапить? Да, то есть у нас было две или три недели тренировок всего лишь. Вот. И после окончание тренировок мы сдали заклады, да, то есть мы сдали нормативы, да, получается, и потом собрали уже весь батальон, получается, человек у нас так было 500 уже в составе НГУ, когда нам дали документы подписать, нам сказали либо МВД, либо НГУ, ну, почему-то Семен Семенович, ну, я не знаю все этой схемы, ну, поставили нас в НГУ служить. И получается, нас поставили, как, конечно, как резервисты. Почему-то. Не как військовослужбовцы, а именно резервисты. Ну, мы тогда вообще в этом не понимали ничего. То есть мне дали бумажку какую-то, такая оранжевая карточка у нас была. То есть фотография, фамилия, имя, отчество, оружие и резервист. И все. А что это такое?
Навіть ніхто тоді, мабуть, не задумувався, не замислювався, що це і чому. Ні, може, хтось і знав, або задумався, але я тоді, як 19-літній, взагалі на мені було як-то. Мені коли дали оружие, я одразу голос і побіжали. Тобто, і коли нам вже видали оружие, вже пронумерували все, і вже через пару днів, да, нас відправили на фронт в Артемовск. Да, мы тогда приехали в Артемовск. Мы тогда, да, как помню, приехали днем. Все на нас так ненавидно смотрели на нас, потому что, типа, когда сепаратисты отходили с городов ближних, то сказали, что приедет какой-то батальон Донбасс. Это, типа, карательная система. Это хуже, типа, как СС. Получается, еще поэтому население дивилось. Да, на нас она дико смотрела. То есть мы, когда сухпайки доставали, хотели поделиться с населением, они на нас с такой опасностью смотрели. Там, помню, даже девочка раз одна подошла так, до нас, ну, лет так 16, и воду нам принесла она, получается, да, когда мы копали траншеи, и подбежала к нам девочка, воды нам предложила. И, получается, увидела ее мама со стороны, и, получается, подбежала, забрала ее за руку, сказала, сейчас насильничаю тебя, убью, ты куда? Ну, то есть, настолько был страх у этих населенных людей. У населения такой переляканный. Вот. А потом, когда уже начиналась ночь или вечер только, все, сразу блокпосты почему-то замирали у нас. Все куда-то разъезжались. Ну, опять же, через блокпосты, в принципе, сложно, как бы, ну, можно было бы проехать с оружием, а через поля, в полях-то никто не стоял. И то есть и сепаратисты, то есть с любой стороны населенных пунктов, что с Горловки и Артемовска, заходили, и даже вот так вот среди белой ночи мы так вот стояли, нас обстреливали. Потом, естественно, по российским телеканалам рассказывали, что вот, допустим, в Артемовске, там, в Горловке, там, в Мариуполе, вот украинская система там, эти войска обстреливают населенные пункты. Вот. А так, получается, да, когда я пришел в Артемовск первый раз, было, конечно, страшно. Потому что я не знал, что такое понятие стрелять на поражение, убивать человека, ну, допустим, врага. То есть даже просто даже вверх стрельнуть. То есть просто все время я играл в компьютерные игры. То есть там убил, возобновилась игра, и все. А ну тут, да, там же ж неживі люди. А тут уже, да, то есть, и плюс у каждого ж есть своя в голове ж психика. Как говорится, бо вот у нас были такие случаи, что вот стрельнул, а у него уже руки начинают трястись, и все. Или там был парень у нас, в первый же день первое ранение было. То есть некоторые так смотрели на кровь, ну как будто нормально, как оно и должно быть. А другие некоторые уже сидели, уже вот зеленые, курили, уже все, уже не хотели воевать. Ну, то есть каждое получается... Не все могли психологично вытянуть. Да, и, да, не все выдерживали, да, были и срывы, и все бывало. То есть, ну это война, в принципе, тут сильными не рождаются, сильными только стают, можно так сказать. Ну, опять же, война не для всех. Ну, то есть я не хочу там себя сказать, что я там супер-пупер воин. Когда мне, сейчас я вам скажу, 18 числа 7 месяца нам дал приказ с Министерства обороны, приказ на штурм, выдвижение колонны, чтобы занять оборону в городе Попасное, получается. И мы, получается, многого не знали. Но, опять же, это самый был крупный у нас штурм. То есть мы не знали, как правильно, как обойти тактикой, как воевать. Мы даже, ну, то есть вот то, фильмы посмотрим. Вот я большинство из фильмов все знаю. Как туда, допустим, бежать, там упасть. Ну, опять же, это фильмы, это не есть реальность. Так бы, мовити, это навчання было у вас таке досить коротке, да, швидкісне. Досить коротке, да. И там, получается, ну, нас как по принципу учили? Зайти в дом, зачистить, ну, то есть как, ну, стандартное. А тут, представляете, вот когда ты приходишь, и тут у тебя город перед тобой, населенный пункт. То есть у тебя сразу отключается мозг, и ты просто делаешь вот как все.
Вот все туда побежали, и туда побежал. И вот так вот, получается, когда мы зашли уже под город, и получается, когда нас... Ну, там, понятное дело, что там российские специалисты сидели, потому что нас они очень аккуратно взяли в клеща, можно так сказать. То есть мы, получается, как в подкову попали, то есть и нас потом зажали со всех сторон. Вот. И когда нас уже там один раненый, второй раненый, третий раненый, уже так до 15 раненых дошло, вот, там уже убитые, уже тоже так на это все смотрел, уже тоже прощался, уже так можно так сказать, потому что я не знал, не понимал. А потом, получается, когда наши благополучно, получается, артиллерийская бригада пошла нам на помощь, получается, мы попросили как авиаударом, как бы на себя, то есть, ну, как, или как спугнуть, а те, получается, наши, наверное, как начали долбить. И, получается, артиллеристы как бы и спасли нас, но и некоторых и попало и по нам, осколочные. Ну, это такое. Вот. И, получается, когда мы уже отступали, был, получается, там парень лежал, и у него, получается, было пулевое ранение, получается, в области груди под сердцем и, получается, в области левой руки предплечья. То есть он уже, получается, как бы задыхался, и вот, и там его, получается, один паренек его нес, вот, и я, получается, подбежал, тоже его схватил, и начали, получается, эвакуацию делать его, 300-го. Вот. И получается, когда мы оттягивали его метров так 100, да, нам надо было убегать. И тут, получается, мне со стороны города прилетела крупнокалиберная пуля и в руку, и зацепила хорошо руку. То есть мышцы меня перебило, кости, ну, полностью все было перебито. И то есть, получается, при ранении у меня, получается, как психтравма, вот это, то есть болевой шок, вот это все остальное. Я сначала не понял, что это. То есть пока я нес, даже не мог. Да, я еще не мог понять, что со мной случилось, да. И то есть я, получается, смотрю на того парня, что я его несу, а он уже задыхался. То есть я уже хотел как-то попытаться еще дальше донести. Но когда я нечаянно обратил так внимание на предплечье свое, и когда у меня так вот все, ну, получается, кровью тут истекало, то есть у меня, получается, сразу почему-то мозг... Болевой шок, наверное, да, сразу, короче, дал болевой шок, и сразу ослабление пошло в тело, это я помню. И то есть, получается, я уже вот иду и уже как бы падаю, и все-таки как бы несу этого парня с товарищем, получается. И я уже, получается, теряю, так можно так сказать, так, на секунду-две сознание, и, получается, я падаю на спину, и у меня, получается, как атрофировались ноги, и получается, я вот лежу, и все, я не могу сделать. А вот этот парень, получается, что лежит, и что нес его со мной, тоже парень, и он понимает, что он один, а нас уже двое. То есть, и вот тут у него уже, получается, ну, тоже как бы психологическое давление, он уже сам не знает, что делать, или меня нести, или как бы не его. Ну, то есть, я ему, конечно, сказал, что пока брось меня, бы я так чуть-чуть уже мы отошли от поля, от красной зоны, более так чуть-чуть в желтую зону, оранжевую, можно так сказать. И получается, тот парень понес того лежачего, и за мной потом прибежал через минут 7 или 5. Меньший по братам, да, другой. И получается, тот меня давай поднимать, а я, получается, кровью истекаю, а почему-то у меня ноги не работают, ну вот и все. То есть я хочу встать, а я не могу. А, вот. И получается, парень сзади меня давай поднимать, а я не могу встать. И получается, тут уже началась у меня адская боль, то есть уже пошла вспышка боли вот этой страшная. То есть я уже начал вичувать. Да, уже такие, то есть я уже орал, что просто как скаженный, можно так сказать, уже как резанный, потому что боль была настолько невыносимая. Вот, ну, все-таки мне, короче, парень этот, дай бог ему здоровья, поднял меня, то есть мне он подсадил,
дал мне подсрачника, можно так сказать. И все-таки, короче, я умудрился уйти с этого сражения. И получается... Надали вам допомогу одразу там поряд, чи вас кудись переправляли? Тоді, напевно, навіть аптечок таких. Аптечок, да, не було. То есть у нас только был советский спасательный этот жгути, напевно, жгут, да, советский. И получается бинты самого дешевого производства. То есть, ну опять же, так как я тот парень, получается, из-за страха, потому что по нам еще стреляли. А мы просто как за маленьким бугорком сидели. То есть, и он, получается, с дрожащими руками не мог даже перемотать меня. Вот. Ну, короче, как оно говорится, я взял волю в кулак и на всех парах через кусты, короче, как ломанулся. Ну, вот. А уже мне начали давать помощь уже непосредственно за метров 500. Ну, где-то так метров 500, где-то полкилометра я сам пробежал. Тобто самому поранений, сам поранений, да, это ще бігось. Да, це щоб я вже просто понял. Да, просто почему метров 500, потому что чтобы, если вдруг меня сейчас кто-то начнет перематывать, не дай бог его ранят, то есть из-за меня уже, получается, будет не один, а два раненых. То есть я, получается, пытался сам до мере возможности, пока я было силы, дойти до какого-то пункта, где уже більш-менш было... атакующая система, ну, то есть пулевая система. Вот. А потом уже, когда стояли, нас уже дожидались наши автобусы полурасстрелянные, и там уже наши медики уже непосредственно, да, у них уже были американские, то есть не американские, а наши уже стандартные, более-менее упакованные препаратами медицинскими этими. И тогда уже, да, мне уже налаживали жгуты, налаживали перекись, замес перекиси, нечаянно спирт плехнули. Ну, то есть, да, там была своя... Тоді всі були шоковані, напевно, да, всі... війною, і мало хто просто... міг діяти так, як потрібно було. Может, все і понимали, но просто, когда было 15, вроде бы, да, у нас было около 15 раненых, и когда, честно, я вот никогда столько крови не видел, когда мы заходили в автобус, а автобус был как практически как полулоцман, ну как у нас 121 ходит. И чтобы вы понимали, то есть ты вот идешь просто вот между рядами, и на полу столько крови, что она вот, когда ехала машина, автобус, были даже волны крови. То есть когда вот я проходил между парнями, у одного рука была оторванная, лежала с ним рядом, и когда он на нее смотрит, то есть... А це просто, просто невыносимо. Потом у второго там ноги были разорваны, у моего друга тоже была нога полностью разорванная. И, то есть просто все были шокированы от этих ран. То есть много крови, много ран. То есть и никто не мог понять, как правильно. То есть просто, ладно, если было, допустим, такое отверстие, маленькое, то есть, ну, там бы ватку, а так получается, вот как у меня, то есть вот у меня был... Где-то, ну, вот так вот мышцы у меня не было. То есть она просто была разорвана, как розочка. То есть и вот некоторых товарищей так тоже. И просто вот не знали, что не в этом... Не знали, что работать. Да, не знали, как даже... Я навіть читала, что вам плохотили ампутувати руку. Да, тоді. Да, было такое, и... когда я уже начал отключаться, помню. Получается, я много крови как бы потерял. Я уже бледно-синий сидел в машине. И когда нас привезли с Попасной... в город Артемовск опять, там была центральная больница или госпиталь, я уже точно не помню, я так при папнике уже был. И получается, когда, ну там тоже такая была история интересная, когда нас завезли на машинах, то есть нас уже начали доставать с машины, меня посадили на капот, и тут стоит, помню, врач какой-то и медсестра сидят, курят, то есть смотрят на нас. Они, короче, рты пооткрывали, и тупо, я так понял, что они не знали, как, что делать в такой ситуации. Они не очековали. То есть, и тут я уже помню, когда с меня сняли бронежилет, сняли с меня оружие, получается, бронежилет, каску. И тут я уже, получается, потерял сознание, упал. И только я уже почувствовал, когда меня положили на каталку, и начали по этажам катать туда-сюда. И, получается, когда меня уже начали раздевать,
получаться, потому что я был в грязи, то есть, ну, то есть зараженная уже рана уже была, у меня там и порох, и грязь, что у меня там только не было. И помню, когда мне уже завезли нас несколько в реанимацию, был там врач, ну, я не знаю, так уже так, через глаз второй смотрел на него, и вот это он тоже так подошел до меня, так посмотрел на меня, такой, типа, парень, тебе сколько лет? Я тогда помню. Я говорю, типа, 19 лет мне только. Он такой, ну, придется тебе, короче, без руки пожить. Я такое сначала, конечно, не понял, к чему это было сказано. Потом что-то понял. Потом закрыл глаза, представил, что такое без руки. И тут меня, я помню, короче, псих. Я психику поймал. Я ему начал доказывать обратно, что если ты мне руку не спасешь, пацанам его не спасешь, я просто возьму гранату, тебя взорву, себя взорву, застрелюсь. Только, ну, то есть 19 лет уже и без руки. Ну, то есть... Але на той час потрібно було відстояти, напевно. І... Да, якщо б я, наверное, б не відстояв. Якби ви сказали інакше, то зрозуміло, да, що да. було далі. І просто ще коли наших пацанів заводили в реанімацію, виходить, не ранені пацани, які нас заносили, вони слышали цей розговор, виходить, що тому ногу відпунктувати, тому руку, мені теж руку відрізати. И пацаны сказали, если не спасешь, пойдешь с нами служить. Вы такие, Максим, истории рассказываете, от яких мороз по шкире. Але ж и это еще не все. Как вы рассказываете, что тогда даже приходилось вам все ж таки как-то доказати те, що ви були на війні, і щоб отримати можливість реабілітації, можливість того, щоб вам надавали безкоштовну медичну допомогу. І тоді ж у вас було вказано в цій довідці, що ви у резервних військах, так? Оце тоді не виникало питань, наприклад, при оформленні якихось документів медичних? Це була повністю складна ситуація, так, це була дуже сильно складна ситуація з цим. Тобто ми, коли були ранені, и получается, к нам приезжали с министерства, и, ну, то есть не с министерства, а с воинской части госпиталя, и нас просили, чтобы мы писали рапорта на получение УБД. А я ему говорю, а что такое УБД? То есть я даже... Тобто навіть тоді ви, в принципі, не знали. Я вообще не замислювалися, даже... ніхто знав... вам не розповідав, що таке учасник. Да, то есть я не знав, що таке воєнний білет, я не знав. То есть... Я ему говорю, да оно мне не надо. Я просто думал, что это УБД, это что-то какое-то там реабилитация. То есть он типа, нет, там вот это документ, который там будет подтверждать. Я говорю, так и мы же не за это. То есть у нас было много парней, которые тоже отказывались от этих бумажек, от этих получений. А кто под... вам тогда допомог? В части. Вот в части там был майор у нас. Забыл его фамилию, конечно. Вот это он настаивал, он, то есть он приезжал к нам, то есть он все время настаивал, чтобы мы получали, чтобы мы и шли, и писали. То есть, ну вот все, вот, благодаря ему, вот это мы, наверное, и узнали, что такое вообще документы, что такие. Это очень потрібно. Да. Максим, от по вашій історії, потім, пізніше, вже після того, як ви пішли служити, і воюючи в Айдарі, ви отримали друге поранення. Друге поранення, воно ще важче, ніж перше. І потім стикнулися з проблемами, от саме зараз. Наскільки я знаю, що ви навіть до суду плануєте подавати документи. Розкажіть, будь ласка, в чому річ і що, яка ситуація на сьогодні? Ну, смотрите, виходить, в 19-му році отримав ранення, як ви правильно сказали. И воинская часть мне сказала, пиши после реабилитации, как уже назначен МСЭК тебе группу. То есть должен каждый солдат после МСЭКа подавать документы на материальную помощь, единоразовую помощь, получается, от государства. Ну, то есть, получается, мне уже как МСЭК, наш Днепропетровский, назначил мне вторую группу инвалидности, потому что у меня была третья еще с 2014 года. И, получается... Я пришел в военкомат, мне сказал, вот, собирай такие-то документы, будем подавать на Киев,
и Министерство Збройних Сил будет уже решать. Ну, то есть, получается, практически, наверное, месяца два я только собирал с трудом, почему-то мне все время палки в колеса вставляли. То есть, ну, не сам военкомат, а уже выше. А кто выше, никто ж не скажет. И получается, за два месяца практически мы собрали все документы с горем пополам. Как говорится, это реально с горем пополам, потому что я и в НГУ звонил, и запросы мы подавали. При том, тобто що велика кількість документів, яких треба зібрати, да, докупи, то есть, для того, щоб отримати. Да, так. І, тобто, виходить, зібрав я ці документи, як говориться, і відправили. Відправили ми на Міністерство оборони в Київ і чекали порядка около 4 місяців, щоб вони мені зробили відказ в виплаті. Потому что, как они сказали, ну, я уже не помню, я просто жалко, что я не взял бумажку эту с отказом. То есть они написали в том, что вы же как бы получили первое ранение, получили выплату в 2014 году, ну и все, типа, их хватит с вас. И ссылаются там на какие-то поправки. Хоча насправді це зовсім менше поранення. Да, потому что я тогда служил, опять же, там даже МСЕК написал, что для глупых там было написано, что первое ранение получил в 2014 году при НГУ, МВД, системе. А это как бы уже второе ранение, чуть-чуть сложнее. И это ЗСУ, Збройних сил України. И все равно как бы в Киеве посчитали нужным сделать во мне в отказ и прислать только аж через 4 месяца эту бумажку. Які зараз дії? Тобто ви все ж таки будете доводити свою правоту і необхідність отримати? Я знаю, що вам допомагають з правозахисною групою Січ. Січ, да, спасибо. Юристи. Парні все одно пишуть, що от пройшли ми їм суд і все одно виплачують. Тобто просто зачем так робити? Навіщо так робити? Ніхто не розуміє. Ну, іде ж справедливість просто. Да, просто ви розповідаєте есть, такі історії, які просто так не можна как бы, слухати і взагалі. Да, просто как бы не в деньгах дело, просто що суть того, що обідно, що хочеться так держава тебе тупо кидає на призову. От у мене є чоловік, що там вообще у нього все живот розорвало. Тобто він кожен год на таблетках. То есть ему еще планируется операция. Підтримка медична бути постійно. А некоторые просто заклады, то есть, слава Богу, что хорошо, что еще есть заклады, которые нам дают бесплатно медицину, операции. А есть такие заклады, что вот, ну, не могут. То есть и государство как бы не может помочь. И получается, а как ему, допустим, вот парень из села, то есть, ну вот, он все время работал на тракторной ферме. То есть у него зарплата, ну, была, ну, допустим, ну, 5 тысяч гривен. А операция стоит 120 тысяч. Ну, вот откуда у него взять? И получается, после этой системы, да, ну, вот, по невыплатам, куда ему обращаться? То есть, опять же, обращаться к волонтерским структурам. Это, получается, опять просить, выпрашивать. То есть, а большинство, ну, не любят просить. То есть, ну, не могут. Спасибо, что вы вообще как бы меня позвали в студию, что я вот чуть-чуть рассказываю свои малые истории. Но я просто хотел бы как бы рассказать, и чтобы как бы вы побольше бы показывали по интернету тоже, по телевидению, чтобы больше, получается, солдат, раненых солдат, ну или даже просто цивильные люди, чтобы понимали, что вот есть юристы, что вот надо, если где-то в чем-то тебя отказали, бо есть и как бы и схему махинации, сами мы знаем, то есть сами в Украине живем. То есть, чтобы просто все как бы и шли. Все розуміли и все захищали свои права. Свои права и свои дела. То есть, а некоторые просто отказали, побоялись, и потом сидит и не знает, что им делать. А он, то есть... Так, це важливо. Захищати свої права потрібно і знати, куди звертатись за допомогою. Так. От я і хотів правильно так, да, сказати. Дякую вам. І вам дякую. На все добре.